Финал всероссийской серии «Про Шар» собрал сильнейшие команды Поволжья. Наш город представляли снежные барсы. В решающий этап нижнекамцы прошли с последнего 8-го места. Но, как это часто бывает, в финалах все происходит по-другому. Нижнекамцы легко преодолели отборочные схватки и вышли в полуфинал, где попали на казанскую команду «Золотая Орда». Это как бы наш наставник относительно. Мы играли относительно с тренерами, потому что, когда мы приходили в пейнтбол, они нас натаскивали, учили. Ну, тяжело играть с тренерами, можно сказать. Навязать борьбу своим учителям у наших спортсменов не вышло. Снежные барсы проиграли. Теперь им предстояло бороться за третье место. Стоит отметить, что по итогам турнира первые три команды отправятся в Москву на гранд-финал. Поэтому у нижнекамцев была последняя возможность зацепиться за первую тройку. Четвертое место обидное, потому что еще чуть-чуть и третье, и гранд-финал. Так что это будет, да, потеря для нас. Все мотивированы, настроены на хорошую игру. И соперники очень серьезные. И меня удивляет родная нижнекамская команда, снежные барсы, они молодцы сегодня. Удивительно, они прогрессируют хорошо. То есть первый, допустим, гейм у них не задался, и сейчас с каждой игрой все лучше и лучше. То есть уже всех, не всем нервам треплют. Победу на этом турнире одержали казанцы. В матче за третье место нижнекамцы уступили и стали четвертыми. Попасть на пьедестал почета снежным барсам не удалось. Однако тот факт, что финал всероссийского турнира прошел в нашем городе, это уже большой успех.